В этом году исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося поэта и нашего земляка Макжана Жумабаева. Программу празднования в регионе подготовили обширную. В их числе макжановские чтения, международный айтыс, выставка. А сегодня на площадке Назарбаев интеллектуальной школы состоялась олимпиада среди учителей Макжан Окулары. Как прошло творческое состязание, расскажет наш корреспондент. Олимпиада Макжан Окулары проходит в стенах Назарбаев интеллектуальной школы. Но на этот раз испытывают удачу сами учителя. В числе первых свою работу представила Перизат Молдагожина. 12 лет она преподает казахский язык и литературу в средней школе Кызылжарского района. К этому мероприятию, посвященному 130-летию Макжана Жумабаева, я подготовила исследовательскую статью. Мною рассмотрены художественные приемы в творчестве поэта. Когда я узнала о проведении Олимпиады, очень обрадовалась. Готовилась месяц, очень волнительно, но своим выступлением я довольна. Девушка участвует в первой номинации «Филологическое исследование творчества Макжана Жумабаева». Есть еще две – изучение личности и творчества поэта в историческом контексте, а также педагогическое исследование. На звание лучших претендуют 22 учителя со всей области. Они уже прошли отбор на районном и городском этапах. К слову, идея провести такую олимпиаду принадлежит самим педагогам. Одна из них – Гульдара Айкайнетова. Областная олимпиада среди учителей всех предметов Макжан Окулары в области проходит впервые. Участники представят свои исследовательские работы касаемо творчества Макжана Жумабаева. Это и проекты, и статьи. Задача олимпиады – изучить творчество поэта с практической точки зрения и развить научно-исследовательский потенциал преподавателей. Победителей наградят дипломами первой, второй и третьей степени. А кому-то из присутствующих достанется главная награда – Гран-при. Адилия Кушекова, Адиль Нуржанов, служба новостей.